Москва. Спорткомплекс ЦСКА. Всемирные детские игры победителей. Только, девочки, чтобы меня погнали. Побегу занял третье место и по теннису третье место. Таких мгновений могло и не быть. Нам в 3 года поставили нейробластом правонадпочечника. Они сказали, извините, он у вас, наверное, умрет. А они победили страшную болезнь и готовы наверстать проведенное под капельницами время. Хочется помочь им и раскрепоститься больше всего, чтобы они не боялись сами окружающего мира. Это тоже часть реабилитационной программы. Потому что это же будущее граждан нашей страны, и только от нас зависит, какими они будут. Истории победы над болезнью, где окончательный диагноз – жизнь. Фильм агентства теленовостей. Смотрите в четверг, сразу после «Панорамы» на «Беларусь-1».